Всем привет и добро пожаловать на канал Dmetro.ua. Сегодня мы продолжаем проходить карьеру за Диму Комола. Сегодня наш первый матч против Виктории Кёльн. Они идут на втором месте буквально сразу же после нас, поэтому поехали. Первый матч мы должны их делать. Так, сразу идем в атаку, хорошо. Так, на Диму. Дима, ой, хорошо обыграл. Бьет. Отсюда, будет что-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а это чуть, кстати, не был гол. Это было прям очень близко. Так, на Диму пас не дошел. А вот здесь, ой, мог бы Дима забрать, но что-то как-то не получилось. Не повезло, не фартануло. Соперники наши идут в атаку. Защита вроде как есть, пока справляется. Да, все хорошо. Так, пас на Диму был. Оп, оп. Есть, дальше. Не прошло. Но было близко. Ну хотя нет, прошел, смотрите. Так, что же здесь будет? Ничего. А нет, еще что-то может быть. Вроде как спокойно все обошлось. Ой, хорошо на Диму дал. Главное, чтобы Дима добежал. Так. Ой-ой-ой, запутался Дима с мячом. Играй проще, ладно. Ну угловой, угловой. Так. Так, успеет ли Дима сюда? Ой-ой-ой, что ли будет? Не будет. Прыгнет? Нет. Так, а это хороший забросик. Так, на Диму. Ой, не допрыгнул Дима. Ой, хорошо, так. Ой, так. Так, а вот здесь хорошо Дима сделал. Бьет. Блин, не добежал чуть-чуть. Это было зря, конечно, я сделал. Последний, ну, вот это, что я в последний раз отпустил мяч. Так, пас на Диму. Вниз. Вот такая длинная передача, но, блин, не добежит. Наш игрок не добежит, к сожалению. Так, Диму меняют, к сожалению. Да, у него сегодня что-то как-то игра в этом матче очень не пошла, поэтому да. Так, рассчитываем остаток матча, и что же у нас получается? 1-0 мы все-таки проигрываем. В 85-й минуте нам забили, к сожалению. Ну, обидно, очень обидно. До последнего держались и тут нам забивали. Но мы пока все равно на первом месте, поэтому упустим. Но в этой игре теперь нам нужно это все догнать. Вальдхоф, поехали. Второй матч на сегодня. Кстати, в начальном проигрыше перед матчем, там, получается, показывались игроки, и в их команде играет лучший бомбардир лиги. У него 17 голов. Ух, это жестко. Блин, ну, это зря, конечно, было. Очень зря. Ну, именно верхом. Можно было и по низу, в принципе, дать. Хорошо. Будет что-то? Блин, не будет. Опасненько, опасненько. По-моему, вот это лучший бомбардир Бек. Кристоф Бек, если я не ошибаюсь, он лучший бомбардир. Поэтому его нужно остерегаться, когда он выходит один на один. Ой, хорошо как. Ох. Но это было, кстати, в створ ворот. Просто нам игрок помешал, их не команды. Мы ему по горбу просто. Ой-ой-ой-ой-ой! А это что было? Ага, это угловой, это от них все-таки ушло. Ой, хорошо, Дима увидел, офсайда нету, кстати. Так, а это что-то может получиться хорошее? Нет, не может, потому что их не вратарь на месте. Так. Ой-ой-ой-ой, 1-0, хорошо. Кто это забил? Да Джаку забил. Но я что-то до последнего думал, что он нам отдаст пас почему-то. Но не отдал. И хорошо, в принципе, сделал. Так, Дима, 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 Дима. Блин, чуть-чуть не хватило. Да Джаку ушел, кстати. Его заменили только что. Так, Дима, хорошо. И... ладно. Интересно это было. Так, и опять Диму меняют, к сожалению. Не знаю, почему опять его меняют, но рассчитываем остаток матча, и у нас получается 1-0 наша победа. Получается, владение мячом у них, кстати, больше, 60% было за весь матч. Жестко это, однако. Ну что, ребята, следующий матч у нас против команды Мэппен, она занимает 9 место, но это уже, к сожалению, будет в следующей серии. А на этом у меня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, ну и, конечно же, ребятки, совсем до скорого. Однако... ну что, ребята, следующий матч у нас против команды Мэппен, она занимает 9 место, но это уже, к сожалению, будет в следующей серии. А на этом у меня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, ну и, конечно же, ребятки, совсем до скорого.